Еще раз, что ты от меня хочешь? Ну, мне кажется, я уже сказал, что я хочу. Я хочу матч-реванш с предыдущего шоу за командные титулы. Ну, ты же понимаешь, почему я это хочу. Да, понимаю. То есть это была двоякая ситуация. Я понимаю, почему ты легализовал эту замену. Да, Изенхард командный чемпион, он в составе группировки. Здесь все понятно. Но на наше место встань. Мы, считай, провели два матча. Все, даже во всяких занюханных пабликах и то говорят, что это было не совсем честно. По отношению к нам. Что нечестно, во вполне законной, во вполне регламентированной замене по медицинской... Опять же, я не говорю, что это прям совсем нечестно. Я не оспариваю этого решения. Но матч-реванш мы в итоге должны получить. Слишком много неясностей. Мы так и не решили, кто из нас лучше. У кого должны оказаться эти самые титулы. Да. Да. Знаешь что? Ты, пожалуй, прав. В принципе, мне нравится. То есть окончательное подтверждение... Лаборатория против вашей группировки. На ультиматуме. На ультиматуме, конечно. На ультиматуме, конечно. Хорошая будет вывеска. Только маленькое замечание. Давай это будет матч 3 на 3. Да! 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 Это будет матч 3 на 3. Это... Мы решим все от начала и до конца, вот, без всяких замен. А самое главное то, что, опять-таки, это масштабнее, больше, зрители это какая-то все, это. Ну, да, мы понимаем, зрители. Что в прошлом матче это было далеко не последний фактор. Да, конечно. Ну, в принципе, да, хорошая мысль, да, давай так и сделаем. Все, отлично. Договорились? Договорились. Отлично, с тобой приятно иметь дело. С тобой тоже.